Всем привет, друзья! Я уже снимал такое видео, как покупать на AliExpress, и в этом выпуске хочу напомнить, что можно купить реально очень дешево, и все это с Китая приезжает. Я нахожусь в России, в Москве, у меня уже достаточно много покупок на AliExpress. Жена даже одежду там покупает, что меня вообще, в общем-то, удивляет. Но речь не об этом. Мои подписчики знаете, что, в общем-то, достаточно давно я свой Nexus 7-13 года жестко достаточно разбил. Хвалился, что он у меня там... Три страны, что ли, сколько он там побывал в разных странах. И падал и на брусчатку Турции, и на Кипре падал, и в Москве падал. В итоге он отжил свое, и уже чуть ли там не месяца 7-8 он разбит наглухо. Я заказал себе защитное стекло и снизу защитный сенсорный экран, разумеется. Ну и защитным стеклом оно совмещенное. И я попытаюсь, не имея опыта в ремонте, но я думаю, ничего сложного, я разберу. Наклею и как получится. Если не будет получаться, я пойду, заплачу денежку, отнесу в сервис-центр. Самое главное, почему это интересно, смотрите, я показываю, за сколько это я купил. $18.70. Вот у меня на телефоне открыто, правда, экран очень яркий, но я под это видео ссылки кладу, то, что я покупал, вот именно эти товары. То есть оригинальный для Asus Google 18.70. Два чехла на 640-ю, эту обычную 640-ю Lumio. Чехлы вообще, сейчас скажу сколько, чехол смотрим, 5,50, вот такой, с таким чехлом можно вообще просто в поход идти, он не, телефон водостойкий не становится, но он реально защищает телефон. И второй чехол, я сразу два купил, как бы не стал экономить, получается $99. Ну, по сравнению с тем, что можно купить в России, конечно, эти цены в разы. Я вот этот вообще купил и, честно говоря, не пользуюсь. Он у меня, но это уже тема другого обзора, Windows Phone. Заказал себе, опять же, на AliExpress за $105. Ну, подозреваю, что не новый, хотя не в моих правилах покупать БУ телефоны, но как-то что-то это, на эмоциях, такая спонтанная покупка. 920 за $105 заказал на AliExpress. Она ко мне едет. Приедет, расскажу. Самое главное, как все это едет, если кто не в курсе. Чехлы приехали вот в таких... пакетиках, то есть упаковано все было, ну, как чехол, с ним ничего не будет, но все-таки вот он. Самое главное, как такая хрупкая вещь, как чехол приезжает. Она приехала запакованная аж вот в такое огромное количество пленки и в жесткой картонной коробке. Тоже, в общем-то, никаких проблем нет. Еще раз показываю, то есть это я буду ремонтировать сам, в принципе, думаю, ничего сложного. Вот, разобрать, собрать, как его заклеить только, ну, разберусь. Nexus, крышку уже снимаю. Это мой Nexus, как и говорил, 13-го года. Вот она, вот он, красавец. Такой классный планшет, что, блин, вообще менять просто-напросто не хочется. Поэтому и заказал, купил. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Я вам обязательно расскажу. Если кто-то будет покупать чехлы, показываю. Еще раз напомню, ссылки я положу под это видео. На 640-ю. Не Nokia, конечно, Lumia, а Microsoft Lumia. Вот этот чехол за $2. Он просто защищает со всех сторон. Я купил его, заказал первым, потом порылся еще и не выдержал, купил еще и этот. То есть смартфон совершенно не скользкий становится, защищает и по ощущениям смотрится только как-то не очень, честно говоря. Ну, зато защита. Что касается более дорогого и более интересного чехла, снять его, это силиконовый, самое главное, нужно понимать, чехол из силикона. Что касается чехла за 5,5, смотрите, во-первых, он позволяет открывать вот эту вот штуковину и просматривать, например, фильмы. Специально показываю, потому что, ну, чтобы вы видели, что это такое. И смотрите, если этот чехол здесь, то получается у нас смартфон вот так вот выглядит. Вот. В общем-то, получается все. Все, что хотел, я вам рассказал. Будут вопросы, пишите. Но вот этот чехол реально рекомендую. Единственное, он становится, телефон, конечно, значительно больше, чем он есть. Ну и дополнительную защиту дает. И вот здесь он вот так вот снимается при желании. Можно оставить один красный. Ну ладно, будут вопросы, пишите. Вот. Как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Счастливо!